В 2021 году я выиграла золото на чемпионате России и Европы. Это благодаря тому, что я прошла вакцинацию. Мое восстановление прошло успешно, без побочных эффектов. А сейчас я готовлюсь на чемпионат России, но появился новый штамм коронавируса. Для того, чтобы жить в обычном русле, а мы смогли спокойно тренироваться, призываю вас всех пройти вакцинацию, сделать прививки, и тогда мы сможем все вместе достичь новых успехов.